же не лежали в запое, например, да? Нет, нет, я сделал столько, сколько сделать нельзя. Мне кажется, вы будете смотреться. Внешне вы вообще подходите друг другу. Вот, но опять же я понимаю, что он ни в чем не виноват и скорее нейтральный, наверное, потому что мне очень сложно воспитывать чужого, потому что... А требовалось? Вообще да. А собиралась вам родить, вы у нее просили? Да. То есть она бы родила вам? Да. А часто ваши бывшие знают, что вы миллионер? Да. Не просто вернуться обратно? Ну, как бы там уже возвращаться некуда. Хотя да, там, ну если честно, там какие-то поменялось отношение, безусловно, очень сильно. Прям она говорит, ну да, ты молодец. Вот как ты считаешь, тебе подойдет мужчина, который зарабатывает миллионы долларов? Ну конечно, подойдет. Кому он не подойдет? Думаю, тоже нет. А давайте прямо у нее сейчас и спросим. Давайте. Она здесь, давай. Все как раз хорошо. Я представляла рядом с ним девушку другого типажа немножко. Подходит для уборки разных поверхностей. Силит Бэнг. Мощное средство от налета и грязи. Эта колбаса будет на романтическом ужине. С этой сделают селфи на пикнике. Это поедет с Олегом в командировку. Это пойдет с Мишей в школу. Это отправится на вечеринку. А этой рано еще. Пока не созрела, не... Довольно разветвленная структура. Ее совсем не осталось. Вот наш рабочий цилиндр. Кстати, история блюд из трески в России. Будет мы это в первом сете еще. Алло, не говори. Марко Ван Гехель забрасывает мяч. Лакадия борется с Вебером. Вебер молодец. Очень надеялся Марсел Кейзер, что Вебер сумеет восстановиться к этому матчу, но и Вебер в составе. Затем был шикарный момент у лидеров Мамонтов Югры, но не смогли реализовать контратаку с численным преимуществом хозяева. Сейчас я не был. У меня выходной. О, конечно. Это Лиза. Ей 14 лет. Лиза занимается танцами и хочет стать ветеринаром. А это соседка и лучшая подруга Лизы, Шура. Ей тоже 14 лет. Шура очень здорово рисует и тоже хочет стать ветеринаром. Можно как никогда, силы надо запасти, чтобы за ночь подрасти. Ну, в конце видел? Mm-mm. Воспитанные люди читают титры, между mm-hmm. прочим. Поколение читающих титры давно вымерло, мам. Да? Угу. И вообще, за свою работу нужно брать деньги. Хотя бы символически. К организму она воздействует на источник боли. Малыш снова в безопасности. Жизнь на таинственном острове Борнео готовит еще много опасностей и препятствий для слоненка. Кричу становится, именно поэтому все-таки балаклаву, наверное, не пускать. Многие в шарфиках на улице. Провалившая старт турнира Барселона постепенно приходит в себя. Дома была одержана важная победа над немецким Бамбергом 81-66. Несмотря на победу, отметим, что Барса очень плохо атаковала из-за дуги, реализовав 4 броска из 21. Я просто обожала все эти яркие костюмы и музыку. Ваше мнение? Великолепно. Мне нравится. Впервые за долгое время я довольна собой и уверена, что буду очень красивой невестой в глазах жениха. Кадры, которые мы только что получили из Кремля, там прошло заседание Совета Безопасности, обсуждали текущие внутрироссийские вопросы, социальные... Которая всегда нужна.
Они готовят еду для рейса длиной в 3 дня и 2 ночи к шахтерской станции Карата на север. Euronews, Brussels. А вот и на Афина еду Euronews. Euronews, Будапешт. Euronews, Washington. Euronews. И отправляются люди дивиться и высоте гор. Там кончается все сущее, и там конец нашего пути.